Так, сегодня надо собрать кухню, постараться сделать это сзади. Кухня у нас в этой комнате. Вот наш план размещения. Это верхние шкафы и нижние. Надо будет смонтировать вентиляцию, поставить мойку и плиту. Эта плита удаляется. Время сейчас, как вы видите, 9:38. Приступаем к работе. Начнем с верхних шкафов. Распаковали и собираем. Так, это у нас стенки. Это у нас еще и фасады. Убрать его на коробке, чтобы пол не топит. Единственное, вот эти скобки металлические надо убрать. Инструкция вот такая. Перечень фурнитуры, порядок сборки. И все. Шкафы сами наклей. Обычный момент. Столяр, хенкель D1. Вот простой лоток, импровизированный. И теперь, когда мы вываливаем сюда, работать гораздо удобнее. Конфирмация позволяет нам выставить плоскости деталей точно, поэтому поджимаем плоскость, проверяем пальцем. У нас плоскости совпадали, тогда у нас будет мебель красивая. Подтянули, плоскость соблюдена. Петли располагаем так, чтобы винт был посередине ушка. Потом при навеске дверей можно это будет отрегулировать. Петли не навешены, основание прибиты. Теперь монтируем заднюю стенку, проверяем геометрию. Прямоугольная или нет. 10:42. 10:45. Соответственно, чуть поджимаем. 10:44. Вот теперь шкаф прямоугольный. Единственное, чтобы фурнитура не терялась, петли к дверям прикрутить сейчас. Если отверстие не по центру, то надо попеременно подкручивать это один, то другой шуруп. И желательно поставить какую-то направляющую через одну и вторую петлю. Тогда по этому краю можно выставить его петлю ровно. И подкручивать поочередно шурупы. Но в данном случае можно крутить сразу до конца. Как видим, отверстие у нас прямо по центру. Вот мы расположили. Вот одно, вот второе. Разметка хорошая. Поскольку эти петли не регулируются, вот эти на дверях, ну их можно сразу докрутить до конца. Собственно, все, шкаф готов. Переходим к следующему шкафу.
Шкафы собраны, теперь верхние шкафы можно подвесить, проверяем прямоугольность вот этого угла. Лучше всего использовать столярный угольник с длиной 50-60 сантиметров, но можно и вот таким простым угольником. В целом угол прямой, и стена вот на этом участке, по крайней мере, ровная. Добавляем 5 миллиметров на крепление и размечаем. Крепить будем вот за эти ушки. У нас ширина вот этого отверстия 24 миллиметра, то есть мы можем от центра 12 миллиметров гулять влево-вправо. Это раз. Смотрим, на каком расстоянии центр от края шкафа. Запоминаем. То есть мы будем делать отверстие вот как раз под этот центр. Дальше. Мы знаем, что нижняя часть шкафа у нас на высоте 150 сантиметров от пола. Добавляем высоту шкафа. Она у нас составляет 675 миллиметров. Все шкафы такой высоты. Ушко, высота у нас 14 миллиметров до просвета ушка. Вот так мы будем крепить, размечать. 1,5 метра до нижней части. Высота шкафа 675. Высота ушка для крепления 14 миллиметров и 2 миллиметра вниз. Суммарно это получается 2187 миллиметров. Вот на такой высоте от пола должна пройти наша линия, на которой мы будем размечать крепление. Ставим лазерный уровень и выставляем высоту. Дальше делаем горизонтальную разметку для крепления. Отступаем 5 миллиметров от края и дальше центр петли у нас на 18 миллиметрах. Учитываем ширину шкафа, соответственно, 18 миллиметров влево и от правой метки 18 миллиметров влево и вправо. Thank you.